Вітаю, в ефірі «Детектор ринку». Програма про ринки капіталу та я, Петро Шевченко. Сьогодні ми говоримо про торгівлю цінними паперами через інтернет. У нашій студії Руслан Балабанк, керівник департаменту ризик-менеджменту компанії Dragon Capital, а також Олександр Спасяченко, наш постійний та незалежний експерт з критичними поглядами на ринок. Добрий день. Останнім часом у світі кожен має можливість торгувати через інтернет акціями. В Україні ця послуга з'явилася в 2009 році, однак за два роки так і не набула масового характеру. З чим це пов'язано та які перспективи цього бізнесу в Україні, ми з'ясуємо зараз. А перед цим пропоную до вашої уваги сюжет, який підготували наші журналісти на цю тему. В Україні набуває популярності інтернет-трейдинг. Нам кажуть, це дуже просто. Для цього треба мати лише комп'ютер та інтернет. Встановлюєш програму, тестуєш її і можна працювати з цінними паперами. Спробуємо перевірити, наскільки легко працювати в мережі звичайному юзеру. Як не крути, але інтернет-трейдинг поки сприймається українцями як легальний аналог казино чи рулетки. Така собі азартна гра для розумних. Є тут і ставки, і фішки, і виграш, ну і звичайно програш. Але на відміну від ігор, тут дохід залежить не від випадку, а від правильно вибраної інвестиційної стратегії. Більше знаєш про ринок, менше втратиш. І нерухомість, і банківські депозити, і золото, і готівка – це все дуже важливі елементи збереження доходу громадян, але вони не дають приросту. І тому, якщо в країні інфляція більше 10%, то дуже часто депозит 7-8% валюти, він не покриває зростання цін. Але українцям поки цей сервіс занадто незрозумілий. За два роки інтернет-трейдингу зареєстровано лише 6 тисяч рахунків, з них лише половина активна. В Росії в мережі торгують вже сотні тисяч. Не нужно поддаваться эмоциям, нужно как можно больше пройти каких-то целевых семинаров, потом пройти некий курс уже более профессиональный там за какие-то небольшие денежные средства, но сделать это нужно для того, чтобы как минимум не проиграть. Кількість інтернет-торгівців цього року можуть зрости удвічі. Очікується, що в мережу прийдуть власники депозитів. Експерти кажуть, присутність на фондовому ринку 1% населення може нарешті зробити українські цінні папери ліквідним інструментом. В скором времени начать торговать фьючерсом на золото. Да, далее будут появляться фьючерсы на конкретные наиболее ликвидные бумаги, что, собственно, расширит возможности трейдера как такового и привлечет больший капитал. Однак тут є інша сторона медалі. Якщо в онлайн-торгівлю масово прийдуть власники депозитів чи домогосподарки, то є ризик, що фондовий ринок стане менш професійним. Новачки – люди емоційні. Тут все залежатиме від того, чи зможуть брокери та інвестиційні компанії за короткий час виховати своїх клієнтів. Ну що ж, я витратив півгодини і за цей період не лише не розібрався, як торгувати в режимі онлайн, але й як працює програма. Очевидно, для цього потрібно дуже багато часу і дуже велике бажання. Звичайних юзерських навичок буде недостатньо. Наука складна. І для того, щоб її освоїти, треба докласти чималих зусиль. Читати книги, ходити на семінари і спілкуватися з експертами. Руслан, скажите, сколько, по вашим оценкам, сегодня на рынке интернет-трейдеров? Какой объем процентного соотношения на рынке? Можно сказать, по данным украинской биржи, их уже более чем 6 тысяч. На конец года 2010 года их было порядка 5900 человек. В данный момент, с учетом первых двух месяцев 2011 года, то их уже более 6 тысяч. Активных счетов достаточно проблематично посчитать, но, думаю, действительно, тут порядка половины счетов являются активными. То есть те счета, которых хотя бы за последний год была совершена хоть одна сделка. То есть это уже активность, да? Да, это уже, в принципе, достаточно активность. Человек проявил интерес для того, совершил сделку, купил акцию. А вот первое время там создавали в основном сами сотрудники брокерских компаний, компаний по управлению активами. Вот как сейчас? Действительно абсолютно сторонние люди приходят на рынок? То, что можно отвечать только за нашу компанию, у нас нет такой позиции, что сотрудник компании регистрирует счет
да, для того, чтобы увеличить клиентскую базу компании. Когда люди обращаются и ищут компанию своего брокера для интернет-трейдинга, они в первую очередь обращают на бренд компании и ее уровень, да, кому можно доверить свои активы. Несмотря на то, что брокер, по сути, выполняет роль посредника между интернет-трейдером и биржей. Так что здесь, в первую очередь, бренд и репутация компании очень важна. Мы работаем только за счет того, что предоставляем услуги интернет-трейдинга. Мы не гарантируем какой-то доход. Мы предоставляем услуги возможности торговать на бирже. А здесь уже как заработать интернет-трейдер может, так и потерять. В этом риск всегда есть. Но нужно понять, что даже конкурс «УЗИ частный инвестор» показал, что у интернет-трейдеров уже у некоторых сложилось за этот небольшой промежуток времени, что существует эта услуга, определенные стратегии, которые позволяют зарабатывать больше 100% годовых. А что вообще необходимо, чтобы начать торговать? То есть вы говорите, у вас много клиентов, что они делают перед тем, как... Они приходят, открывают, подписывают договор на брокерское обслуживание, открывают счет в ценных бумагах. То, что, в принципе, делают, и до соглашения для интернет-трейдинга подписывают. А сколько денег нужно для этого? Минимальная рекомендация наша – это 5000 гривен. Для брокериджа это рекомендация чуть выше, это минимальная стоимость сделки 5000 гривен. И сколько вот неопытному трейдеру необходимо времени, чтобы реально зарабатывать на рынке? Интернет-трейдинг, по сути, это бизнес. И, соответственно, сказать, сколько времени нужно для того, чтобы освоиться в этом бизнесе, здесь зависит уже от самого человека, от его дисциплины, от его психологии, наконец, от природных данных. Склонен он к этой работе, не склонен. Кому-то хватит 2 недели для того, чтобы освоить терминал, получить базовые принципы и начать совершать первые сделки. Кому-то может быть незадача на 2-3 месяца. Тут все чисто индивидуально. Кстати, вот интересно, я видел рекламу у вас там, одна из ваших реклам, кстати, была насчет того, что там Укрнафта выросла там на 200 с чем-то процентов. 250%. Да, и вот таким образом человек видит эту рекламу, у него сразу, видите, как настраивается он на какие-то сверхприбыли. Все-таки нужно ли, вот как вы считаете, насколько нужно ориентировать человека на сверхприбыль? Мы ориентируем человека на те возможности, которые дает рынок. Сам факт, что 250% показало, Укрнафта показала. Почему об этом не сказать? Это была возможность? Была возможность. Северный ГУАП показал... Это такой крючочек, на который цепляется клиент, по сути, да? Это, в принципе, один из методов привлечения клиентов. Говорят же банки по поводу депозита 22% при средней ставке 13%, да? При этом они же привлекают. Наша задача показать возможности, а, соответственно, клиент сам решает. Принимать ему участие в интернет-трейдинге, стать им частным инвестором. Либо вы клиентам объясняете, что это было... Тогда-то это было в прошлом году. Да, это историческая доходность, соответственно, это не гарантия того, что доход 250-270% будет в этом году. Сейчас мы переходим к нашей традиционной рубрике «Разрушение стереотипов». Один из стереотипов – это диверсификация. То есть такое понятие, что нужно диверсифицировать свои активы в разных акциях. Александр, вы с этим согласны? Здесь вот этот стереотип, он очень интересно трактуется. Да? То есть люди часто принимают слово «диверсификация» как какой-то панацею от всех бед. Да, они покупают акцию «Азовсталь», акцию Енакиевского металлургического завода и там акцию какого-то «Стирола», допустим, и думают, что они защищены. К сожалению, когда мы говорим о диверсификации, нужно понимать, что активы могут быть привязаны друг к другу. То есть когда рынок падает, то падает зачастую большинство акций. Соответственно, когда мы говорим о диверсификации, стоит обязательно учитывать, что активы не должны быть привязаны, и их корреляция должна быть низкой. В принципе, я согласен с Александром относительно того, что это хороший метод защиты от рисков, но это не панацея от всех бед. Последний кризис показал, что во время такого серьезного падения мы видим, что то, что раньше не коррелировалось, не связывалось между собой, начинает коррелироваться, соответственно, начинает падать все. Да, просто рынок стал более нервным, люди стали... Рынок, да, это психология толпы. Еще один стереотип. Это долгосрочное инвестирование. То есть говорят, что нужно вот инвестировать на долгосрочную перспективу. Да, вот тоже опять-таки это вот иногда говорят так, что если ты купишь акцию, она там, ты долгосрочный инвестор, покупаешь акцию, что бы ни было, держи. Вот это, наверное, ошибка. Потому как бывают обстоятельства, когда стоит продать, даже если ты долгосрочный инвестор. И здесь никакое там удержание акции не поможет. То есть те люди, которые покупали акции в 2007-м, до сих пор их держат. Конечно, есть некоторые акции, которые вернулись, но большинство абсолютной акций намного ниже еще тех уровней. Особенно, когда мы говорим про второй эшелон. И вот насколько вообще опасно торговать? Вот как раз хотел об этом спросить. Там бытует мнение, да, что на бирже зарабатывают, и история это подтверждает, в долгосрочной перспективе на бирже зарабатывают буквально там пару процентов людей. Вот даже вот есть мнение такого известного финансиста в прошлом, это Андреа Кастелани. Он говорит так, что биржевой курс зависит от того, кого на данный момент больше, акций или идиотов. Вот. Ну, тут он, может быть, очень резко прокомментировал, но он дал понять этим, что на самом деле единицы зарабатывают. Вот как в этих условиях? Вы даете людям это понимание или все-таки...
Ну, опять же, тут все зависит от того, какой рынок, да, то есть в чем преимущество молодого развивающегося рынка. Дело в том, что если вы инвестируете в самом начале и объемы обороты торгов увеличатся, мы увидим, как индекс украинской биржи существенно растет. Прошлый год это был 68%, 2009 год был 91%. Это все те возможности, которые он дает. Соответственно, такие возможности, как на развитом рынке, у него уже такого не будет. За счет того, что там ликвидность на очень высоком уровне, и это, соответственно, оказывает свое влияние. Даже есть такое мнение, что акция пока... Это опасно? Что именно? Украинский рынок, он опасен. Давайте не будем уходить. Давайте не будем делать его настолько опасным, поскольку любой рынок опасен. У нас, кстати, есть информация с форумов. Вообще, нам было интересно, какие вообще происходят. Я там ознакомился с мнениями людей. Вот сейчас действительно интернет-трейдинг очень популярная тема, да, люди обсуждают. И вот люди оперируют очень такими интересными категориями. Да, какие-то появляются разные новые термины, там стохастик, какой-то аллигатор, да, вот такие термины технического анализа. Каждый пытается обосновать, что его позиция правильна, что рынок, достигнув там 2600 пунктов, обязательно упадет или вырастет. Вот насколько вот эти вот попытки людей вот понять эти вещи с помощью вот этих индикаторов, они адекватны? Или это самообман? На самом деле любой вид анализа полезен, если его правильно применять. Поскольку достаточно часто проводил семинары по техническому анализу, замечал такую особенность, что инвесторы пытаются почитать книгу и выучить сигналы и, соответственно, на них реагировать. Я всегда рекомендую понимать суть индикатора. Как вы назвали стохастик, это всего лишь показатель скорости изменения. Скорость изменения какого-то значения. В данном случае, если цена, то, соответственно, показывает, как быстро меняется это значение. Это, соответственно, оказывает влияние на рынок. Соответственно, если мы понимаем экономический смысл какого-то конкретного технического индикатора, мы, соответственно, можем правильно реагировать на те сигналы, которые он нам дает. А не слепо верить тем сигналам, которые сказал. К сожалению, что я вижу, люди действительно просто видят сигналы, они не вкладывают в них смысла особого, то есть они как бы пытаются найти этот сигнал и действовать согласно нему. Вообще, чем руководствуются, по сути, интернет-трейдеры, если они не профессиональные торговцы? Они могут руководствоваться фундаментальными показателями компании. Это домохозяйка, которая сидит дома. Она слово «фундаментальный анализ», извините меня, слышала, может быть, раз в жизни, и то краем уха. Ну, что мы делаем, когда мы покупаем какую-то вещь? Мы стараемся не узнать. Когда вы покупаете мобильный телефон, вы, наверное, читаете о нем обзоры. Но с акциями иногда такого не происходит. Покупают акции, потому что я знаю, это примерно это предприятие, оно находится у меня в городе. Наверное, это не совсем правильный подход. Желательно почитать об этом предприятии, которое представлено на фондовой бирже, и понять, какие перспективы у него возможно. Посмотреть его динамику за предыдущее время.